Так, добрейшего всем утра. Мои заросли. Так, короче, у нас 10:30 утра. Я же плюнула на свои эти диеты. Три-та-та-та-та-та-та. В общем, я завтракаю. Естественно, салатик с семечками. Очень вкусное копченое сало. О, горчичку забыла, сейчас принесу. Ну и все. И последняя тарелочка кускуса. Доедаю кускус. Вот мне на 3 дня кушала. Ну, не один кускус, конечно, но раз в день. Раз в день. Это прям не обсуждается, чай с лимоном. И опять надо что-то готовить. Сегодня хочу приготовить картошечку тушеную с мясом. Да, короче, не знаю. Это будет ближе к вечеру, поэтому что мне взбредет в голову готовить, я понятия не имею. Так, Константину тоже еще не придумала, что готовить. Но это он проснется, я у него уточню, что он хочет. В общем, все, я буду кушать. Мне приятного аппетита. Кто со мной трапезничает, естественно, тоже приятного аппетита. Пошла за горчицей. У нас тепло, я пошла гулять. Опять со своей седой башкой. Я же некогда была вчера. Легла спать в 5 утра и так. В общем, я в новом платье наконец-таки. Наконец-таки я его хоть одела. Пошла гулять. Точнее сказать, я пошла за малиной. Мне принесли 2 литра малины. Сейчас куплю малину. Приду домой, съем свежую. Хочу вот эти босоножки купить. Они вот здесь еще наверху так красиво застегиваются. Они мне идеальны. И мне нравится, что закрыть носик. Из всех он самый нормальный. Сейчас куплю. Босоножки выбрала. Хочу сделать лепешки снова. Ну, тортильи, как правильно. Значит, у меня сначала будет яйцо, потом лепешка, потом бекон, потом ветчинка, сырок и лепота. О, какая вкуснятина! 4 бекона, 3 ветчинки и сверху сырок. Сейчас загибаю, и будет вкусная штучка. Так, все. Вот такая вкуснятина получилась. Это Костяну чай попить. И себе одну. Так, сходила за малиной, принесла 2 литра. Малинки мне продали. Но это я сейчас ее всю съем. Я вечером сделаю себе малину со сметаной, с творогом. Знаете, как вкусно. Так, сделала нам с Константином тортильи. Ему 2 штучки с беконом, с ветчиной, с яичками, с сыром. Вкуснятина себе одну. Вот чаек еще жду. Сейчас буду кушать. Ой, какая вкусная малина. Обалдеть. Так, узнала, что у нас сегодня отключение электроэнергии, отключение воды, но там что-то ремонт идет. Поэтому я вчера ночью потушила картошку с мясом. Сегодня с утра встала, вот, поставила купаты жарить 3 вида. И надо гарнир еще успеть сварить. Время 10, в 12 обычно отключают свет. Сейчас буду ставить гарнир. В общем, такая вкуснятина получается.
И сейчас гарнир сварю рис. И будет огонь. Вот такой рис сварю. Что-то передумала простой. Думаю, пусть будет с грибочками. У меня бульончик есть. На бульончике можно и просто, и без купат будет кушать. Он будет вкусный. В общем, вот эти две пачки сейчас сварю. Воды набрала вообще сосуды. Кто его знает, когда дадут. Ой, Господи. В общем, с 8 утра я уже деловая, хотя легла в 3. Ну да ладно, выспимся. Так, вот такой у меня скромненький обед. И мой рис с грибами, с купатиной и свежий огурчик. Все. Ну, это 100%. Без чая я не могу. Никакого хлебушка, ничего. Ну, рис, естественно, с майонезом. Я без майонеза не люблю кушать. Все, кто кушает, ну, со мной вместе. Всем приятного аппетита. Вкуснятина. Так, девочки, я вчера откладывала босоножки. У меня сейчас такая манера появилась. Мне что нравится, я там померю, посмотрю, отложу, переночую с этой мыслью. Если мне надо, то я возвращаюсь. А если я, мало ли, там передумала, значит, не мое. Переночевала, пошла за босоножками. Сейчас куплю. Смотрите, какие ботики классные. Кожа натуральная. Вообще, я думала, что я каблуки уже не могу носить. А нет, могу. Ой, я сейчас их себе куплю. Нормально, могу носить. Надо потихоньку приучаться. В общем, кожаные, хорошенькие. Так, ходила я гулять. Ходила я, значит, за босоножками. Еще кое-что купила себе. Потом покажу. Голодная просто пришла. У нас весь день не было света, поэтому вот пришла, собрала себе ужин. Время 7 часов. Это у меня картошечка с мясом, селедочка пряная, сальце копченое с горчичкой. В общем, как в деревне. Как в деревне. Так хочется сказать, в деревне дураков. Все по-простому, без всяких изысков, но самое главное, все вкусно. Чаек еще вот жду, не закипел. Кошечек, собачек накормила в первую очередь. Теперь можно и самой потрапезничать. Так что всю пачку селедки порезала. Не знаю, сколько съем, но прям хочется. Может, всю и съем. Потом отеку, обопьюсь. В общем, кто тоже кушает, присоединяйтесь, кто собирается. Вместе будем трапезничать. Так, девочки, босоножки я вам уже вблизи показывала. Вот хочу показать вот эти ботинки. Как они мне понравились. Я думала, что я уже на каблуках ходить не смогу. Но за счет того, что здесь платформа, каблук вообще не чувствуется. И знаете, и нога совсем смотрится по-другому, чем в этих кроссовках. Все в этих кроссовках, уги, балетки. Ну, старая уже, но все равно хочется, чтобы ножка была тоже красивая. В общем, не думала я, что такой фасон мне понравится, а он мне понравился. Вот они вот такого бордового цвета. Видите, кожа изготовлена в Турции. Ну, я их купила со скидкой, не за 7900.
И сейчас же опять модно тупоносые. Да как модно, господи, что идет, что подходит, то и красиво. Я вообще за модой не гонюсь. Очень комфортный, удобный. Вот это сзади ничего не давит. Впереди кожа мягкая, все так это подкрокодило. Ну или под змею. Ну, красиво. Не знаю как. Я вообще не люблю лакированные, потому что здесь заломы появляются. Ну, у меня обуви много. Я думаю, что раз-два, если я в сезон одену, то никаких заломов и не будет. И если ухаживать, пришел, помыл, убрал, высушил, то и обувь долго носится. В общем, вот такие симпатичные ботики. Главное, что мне в них комфортно. Я не чувствую вот этот каблук, хотя он не маленький. Ну, за счет вот платформ, я думаю. И удобно замочки с обоих сторон. Если вдруг там нога отекла, можно чуть-чуть приоткрыть. У меня сейчас в основном и кроссовки все вот такие вот, с такими замочками. Если нога отекла, устала, я чуть приоткрываю, и уже комфортнее идти. Шик, блеск, красота. Тут у меня этот лупа мешает только. В общем, вот так вот. Ну все. Вот все. Вот даю честное пионерское слово. Все. Мне больше не нужно ничего. Я больше не буду заходить ни в какие магазины. Потому что совесть надо иметь. Поэтому даю честное пионерское. Больше я шопиться не буду. Так, время 10:30. Все. Это у меня на сегодня последний прием пищи. Последний прием пищи. Потом я должна покрасить волосы. И... Я сегодня принесла очень интересную книгу. Немножко почитаю на ночь. Так, что у меня? Творог со сметаной, сахаром и с малиной. Вот так вот сделаем. Так сказать, будем добавлять по мере исчезновения. Все, буду кушать. Я опять на работе. 600 рублей. Лишнее. Два ленивых, два чпачмака. Вот эта штучка, не знаю, очень вкусная. Потом что? Два с капустой. Мясо капуста. Мясо картошка. Вон, видите, сколько. И вот таких было две, я одну съела. Картошка с грибами. Вот такое количество. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12, 13, один я съела. 14 пирожков. 600 рублей. Как не ходить туда? Как? А еще лимонад вот за 100 с чем-то купила себе. Полторашку. Сейчас еще один пирожок съем, и все. И все. Так, девочки, сломался очередной держатель для телефона. Прям беда какая-то. Вроде и не дешевый, но все ломается. Так, хотела показать, что я... Ну, я, конечно, зарекалась ничего не покупать. Но это я заказала в видео еще до того, когда я зарекалась. Это, значит, тоже очередной держатель. Это даже не держатель, это стабилизатор. Какой держатель? Это стабилизатор, чтобы снимать качественно видео. Ну, при движении. Я так его распаковала плохо. Вот когда при движении, при ходьбе, там в машине съемку производишь, и все равно руки трясутся. А он все это стабилизирует, и тогда будет очень качественное изображение. Вот такая штука, значит. Так, все целенько, естественно, упаковано. Паспорт. И вот так вот он выглядит. Стабилизатор. Зарядное устройство. Вот сейчас вы у меня тоже в стабилизаторе, но в маленьком. Он тоже за камерой поворачивается во все стороны. А это стабилизатор большой, чтобы для поездок держать в руке. В общем, вот так это все хозяйство выглядит. Он еще превращается в селфи-палку. Очень все качественно, потому что я как бы не скупилась на дешевку, купила хорошую вещь. Вот он, кстати, видите, вот он поворачивается здесь в камеру. Вот мигает. Да, я его проверяла. Он на 360 градусов. Вот как ни крути, он будет все время за вами. В любом положении, в любом состоянии он будет за вами следить. Это все тоже как удобно вам, как вам нужно. Все это делается, подключается к
как селфи-палка. Здесь можно и фотографировать на расстоянии, и снимать видео. Еще у него здесь тренога. Только вот как тренога разбирается, я что-то не поняла еще. Вот здесь вот тренога, чтобы уставить. Вот она. Но я почему-то пока не поняла, как ее достать, эту треногу. Надо скачивать специальную программу для телефона. Вот. Есть, чтобы свет был. Здесь вот это все надо читать. Вот здесь вот управление. Три вида что-то. Вот на этой, на самое управление, вот здесь вот, вот которое крутится. В общем, надо разбираться. Вот она вращается на 360, вот пленочка. Ну, я ее хотела снять, но не могу зацепить ногтем. Вот она. Ладно, потом сниму. В общем, сейчас буду сидеть, читать в паспорте и разбираться вот такое вот устройство. Давно я хотела стабилизатор. Этот не очень навороченный. Вот я на таком научусь, потом уже куплю, конечно, себе шикарный стабилизатор. Ну, хотя это тоже по всем параметрам, по отзывам. Даже, как бы сказать, не для начинающих. Так что вот, это пультик, он здесь вот-вот. Его можно вытащить отдельно. Но не буду вытаскивать, ногти мешают. В общем, буду сейчас разбираться. Вот такую я себе нужную вещицу купила. Ну, для блогера. Я же все-таки блогер с 5000-ной аудиторией, 5400 с лишним у меня подписчиков. Да и вообще для себя снимаю съемки с удовольствием. Так что как-то так. У меня есть такой еще стабилизатор. Это тоже с пультом. Он тоже работает через приложение в любом положении. Но он такой настольный, я бы сказала. Ну, допустим, там прямые эфиры вести, к примеру. А вот этот уже, знаете, для съемок где-то. Где-то там, допустим. Ну, на улице ты ходишь, съемки, тем более тут такая хорошая длинная селфи-палка. В общем, будем учиться. Будем учиться, будем разбираться. 21:40, девочки, без 20. У меня есть 20 минут, чтобы съесть вот такую огромную салатницу, вот такого вкуснейшего салата. Вкуснейшего просто салата. Все, как я люблю. И чай с лимоном. Все. Очень легкий. Очень легкий ужин. Почему взяла хлебушек, пожарила? Потому что много лука. Ну, правда, лук белый. Он не такой горький. Но все равно, мало ли, понадобится. В общем, сидела еще весь вечер вот с этой штукой, разбиралась. Ну, еще до конца не разобралась. Ума еще не хватает до этой электроники. Ну, ничего, разберусь. Какие мои годы. В общем, все, буду трапезничать. Все, кто со мной, всем собирайтесь. Будем все вместе ужинать. Кто-то уже завтракать. Петрович, у меня разница в 6 часов. У него скоро уже завтрак, а у меня еще ужин. Так что вот как-то так.